Всем привет, ребята! С вами B16. Сегодня я хотел бы поделиться с вами небольшим лайфхаком, при помощи которого можно оставить ключ дома, при этом закрыв дверь. Делается все банально просто. Я вот построил тестовый домик. Лесенок тут быть не должно. Вот наш домик. Тут у нас будет крыша. Итак, нам надо оставить ключик в доме. И, допустим, пойти облутать ратку, шар, ну или что-нибудь еще. Как нам это сделать? При этом крыша будет закрыта, ну, чтобы никто не залез, там, ни лифт, ничто не построил. Вот мой ключик. Что делаем? Ставим ящик перед дверью. Открываем дверь. Выходим. Пытаемся закрыть дверь и успеть открыть ящик. Успели. Перекладываем ключик. Все, мы дверь открыть не можем, а ключик лежит у нас дома. Это очень удобно в том случае, если вас убьют недалеко от дома. Заберут ключ и обнесут весь дом. Многие люди на этом очень часто попадаются. Потому что кодовый замок сходу сделать непросто. Надо все-таки металла достать. Хоть и мало, но надо достать его. А так, закрыли, убежали. Допустим, еще такой сценарий. Собрали ресурсов там, ну, всего, может, там жир для плавилки нужен. Собрали все это дело, подошли к дому, прописали килл в консоли. Появились в доме, взяли ключ, вышли, облутали себя, зашли. Это очень удобно. Я замечаю, что мало кто этим пользуется. Поэтому пользуйтесь. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и смотреть мой Twitch, на котором часто проходят стримы по Расту. Они очень веселые и зачастую очень долгие, то есть по 3 часа, бывает по 5 часов. Приходите. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, вступайте в группу в Стиме, подписывайтесь на Twitch. С вами был B16. Удачи!